парк-отеле «Орловский» прошел фестиваль «Октоберфест» по-русски. На родине, в Германии, он проводится в течение нескольких дней. Начинается в сентябре и заканчивается в октябре. По этому месяцу и получил название. У нас обычно укладываются в один день. Не стал исключением и нынешний праздник. Многие ошибочно считают, что «Октоберфест», в том числе и тот, который проводится в немецком Мюнхене, это фестиваль пива. На самом деле пенный напиток – только одна из его составляющих. А история «Октоберфеста» вообще началась со скачек. Теперь это большой праздник, где можно попробовать разную кухню, участвовать в мастер-классах, посмотреть различные шоу. Те, кому посчастливилось побывать в Германии, отмечают, что «Октоберфест» по-русски ничуть не хуже. «Октоберфест» в России ничем не хуже, чем в Мюнхене. Главное – позитивный настрой, приятная атмосфера и, конечно же, отличное пиво. Конечно, у пива здесь особый статус. На фестивале у ценителей была возможность попробовать пенный напиток множества сортов, представленных от 6 различных небольших частных пивоварен. С наступлением вечера гостей фестиваля ждала развлекательная программа, в которой выступили звезды российской эстрады.